Ребятки, всем привет-привет! У нас стоит очень сильная жара, просто невыносимая какая жара. Сейчас вот выпустила бройлеров. Иду немножко посмотреть, как они там себя чувствуют. У нас уже вечереет. Опять вторая волна жары у нас началась. Очень жарко, не знаем, куда себя деть. Вот здесь у нас сегодня тусуются наши бройлеры. У них здесь сегодня вечерняя дискотека. Им здесь так классно, они разлеглись. А днем вообще крылышки распустили, опустили, клювики раскрыли. Бедненькие, им так было тяжело дышать. Ну, мы вот с Валерой их быстренько сюда вот на землю. В общем, вот такие вот дела. Вообще, кое-как пережили сегодняшний день. Завтра опять будет жара. Сейчас будем загонять уже на место их, уже спать их, ложить. Бай-бай. Да, типи-типи. Бай-бай, пойдете, а? Люлики-малюлики. Жарко вам было сегодня, да? Ох, и жарко. Жарко, скажите, жарко, да? Все, сейчас пойдете спать. Да, ты уж там спи давно, кукарекаешь, все еще никак не уснет, петушок наш. Утики ждут своей очереди. Да, скажи, вы что, скажи, нас не пускаете, да? Ну, что, скажи, вы нас тут не пускаете. Вот ждем, когда немножечко хоть чуть-чуть жара спадет, стемнеет, и на чем запускать. Чтобы хоть немножко в сарае остыл воздух. Да? Крякушки, крякушки. Днем невозможно выйти. Такая жара была. Вот вышла немножечко посмотреть, что у меня с цветами. Здесь вот распустились у меня лилии желтые. А вот красные половинка отцвели, видите, уже нету. А это вот желтые хочу вам показать. Такая у меня огромная клумба здесь. Прям как грядка. Вот. Здесь вот другой цвет попадается. Видите? Вот. Бузина, видите, как маханула. Прям настоящая бузина. Бузуй. Сказала попозже. Кого? Кристина говорит, ты уже загнала. Я все сделала с Кристиной, с Мишей. Они мне помогли загнать и уточек. Яички собрала? Да, Кристина яички собрала, да. Все, мне дети помогли, внучатки, молодцы. Все отдыхают от жары и розочки, да, Мишуль? Угу. Жарко, как сегодня было, да? Купались? Да. Купались дети. Три раза. Три раза так мало? Побольше бы купались. Все цветочки отдыхают наши от жары, да? Все приходят в сознание. Все были днем без сознания. Сейчас хоть немножко все приходят. Солнечный удар по лбу. Все получили сегодня солнечный удар у нас. И курочки получили, и бройлеры бедные. Еле очухались от этой жары, да? Сейчас дедушка... Пусть и не умерли. Уточки, бройлеры, да, чуть не умерли, да, действительно, спасали мы с дедушкой. Дедушка... Да и уточки, я говорю, уточки. Зови дедушку. Дедушку нужно позвать и попросить... Сейчас позову. Попросить его, пусть он нам включит. Да. Фонтанчик нам сейчас включит, придет дедушка. Здесь мои рогатые петунии. Вон, видите, какие прям рогатые-прирогатые кустища. Здесь хочу показать вам, как у меня зацветают гладиолусы. Вот начальное еще только цветение. Три штучки пока только распускаются. Но потом я вам покажу.
Это у меня остеоспермум. Вот надо обрезать. Вообще не успеваю ничего делать. Видите, сколько много уже отцвело. Надо все обрезать. Мишуль, не включаются фонтанчики? Только свет. Лер, ну это надо днем смотреть, да? Наверное, что-то замкнуло. Дедушка, что значит дедушка у нас электрик? Смотрите, заработал фонтанчик. Все, красота. Лампочка. Надо поменять, да? Из-за этого, наверное, он не работает. Еще никак мы мостик с тобой не сделаем. Мостик надо засыпать. Травища вон такая выросла. Некогда. Все некогда. Все не успеваем. А стильбом, да, как красиво расцвела. Угу. Как раз вот с прудиком хорошо сочетается. А стильбочка. Как хорошо вечером дышится. Так тихо, так спокойно. Прям свежий воздух, свежо, не говори, после этой жары. Ой, прям так отдыхаем. Мостик у нас пришел в негодность. А вот я и не придумаю даже, как его можно отремонтировать, да, Валер? Это был профиль по той цене 20 на 40. Видишь, какая дырень. Или профиля по 6 метров надо, я считал. Вот тут под низом надо нам все засыпать этим. Чтоб трава... Надо вместо деревяшек профиль 20 на 40, да вот такой хотел. А, и все железом проварить, да? Да, но он сейчас стоит немерено. Ну да, сейчас. Говорю, никто подсказать не мог, а я сейчас сижу. Профиль подорожал, ой-ой-ой. Елки-палки, он же дешевый был, 20 на 40, 4 по 6 метров. Я их посчитал, их 25 штук, но можно было меньше. Да ладно, что-то придумал. Зато он бы вечный был. Да сделаем, Валер. Железо. Всем-всем вам пока, всем вам сладких снов, всем спокойной ночи. Пока-пока.